Добрый день, друзья! Это на канале Планета Земля. С вами Татьяна Панова. Всем привет, мои уважаемые зрители, все мои уважаемые подписчики. Это на канале Планета Земля, и с вами Татьяна Панова. Сегодня у нас 1 сентября. Время 3:00, начало 4:00. Мы с сестрой пришли посмотреть, какие у нас тут пляжи. Много ли народу поплавать. Сегодня +38, очень жарко. Воздух прям такой вот, чувствую поток горячего воздуха. Смотрите. Народу мало уже. Ну, купаются, тепло. Мы на своем любимом месте. Вон моя сестра машет, уже в воду нырнула. Волейбол играют, морские прогулки еще работают. Отдыхающие еще есть. Сейчас начнется самая любимая моя пора. Сентябрь. Вода очень теплая. Деток очень мало. Разъехались все в школу. Вот малышня осталась такая, дошколята. Ну и как у нас тут море? Тепло, очень тепло. На банане, видите, вдалеке поплыли в открытое море. 15:30 на Тикала уже. Что ж, через полчаса, даже меньше, у нас остается меньше получаса до ближайшего отправления на большом двухпалубном теплоходе. Экскурсия, развлекательная программа, конкурсы, музыка, призы, подарки, танцы, обниманцы, вино мы вообще. Это лишь малая часть того, что у нас, конечно, встреча с любимыми будет. Смотрите, друзья, собрались все. Теплоходы. Ой, так, что-то не фиксирует. Не фиксирует. Вот видите, сейчас начнутся прогулки по морю. Thank you.
чтобы летать, не отказывать себе в удовольствии. Смотрим, 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 смотрим. Решим же мне там кружиться, не пойму так. Все, Коля, накупались. Давай, раскрывай, Коля, открывай парашют. Идем по берегу. Все, открыл, посмотрим, где народу парашюта побольше. Смотри, какой изящный, красивый. То цветной, вон, видишь, то белый, то желтый. Никаких никого забота. Нет, ветер поменялся. Это маленький купол. Маленький купол, ветер подул. Посильнее мы на деле купол поставили поменьше. Все зависит от погоды. Это желтый? Про желтый он говорит? Вы сильно, может быть, не наблюдаете, но так оно там и есть. Что ж, катер со стеклянным прозрачным дном отправляется у нас. Объявляет, что опять катер со стеклянным дном отправляется. Детворы уже мало, да, смотри. Малышня одна осталась. Так приятно бродить по берегу. Здорово. Вода теплая сегодня, да, Антар? Мы всех поздравляем с 1 сентября. Начинается самый любимый наш сезон, бархатный. Море теплое. А температура воздуха понемножечку падать будет. Сегодня у нас 38 градусов. Очень жарко. Воздух прям горячий. Мы с Натальей накупались. Передай привет зрителям. Мы с Натальей накупались и по берегу идем. Посмотрим еще, что там у нас дальше. Вот для Анапки творится. Ну вот здесь уже начинается... Это что такое грязь? Водоросли наши знаменитые. Видите, друзья? Нет, прямо пойдем. Туда, до Фатины, до этой, до Анапки дойдем. Все, кто приобретал билеты на катер со стеклянным прозрачным дном, на 16:30 проходите в самый конец. Тут еще, смотри, грязней. Интересно тогда, дома моста нет, после моста. Угу. Какое море. Ну вот это же самая вкуснятина, говорят. Вот смотрите, ванны, процедура бесплатная. О, ой. Да, муж был прав. Посмотрите, сколько народу. Время сколько, Наташа? Все в 5, да? Черный поезд. Массаж. Ой, нам направо, Наташ. Ой, какой беленький. Только приехал, наверное. Смотри, как пересохло ты. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Ты стильно, но стильно не хочешь, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра на нем, но вопрос это спорный. Ты помнишь Анапка наша? Вот это наша Анапка. Это я Наташе вопрос задаю. Ты помнишь? Хотела дальше продолжить. Наша Анапка пересохла. И вот она вот сюда вот так в море уходила.
Да, да. Смотри, сколько много, да? Водички не хватает. Наташ. Засрали как все это. О, смотри, это кто? Что за птицы такие? Вороны. Подбегайте к нам, подходите к нам, бронируйте места заранее. Да, как здесь воняет. Что случилось? Посмотри, моется. Искупался. Угу. Наташ, как так пересохло? Мы с тобой давно тут не были. Да? Прям как будто песок завезли. Ой, смотри, мой, смотри, купается, крылышки мой помыла. Что, Наташ? Это наша речка, Анапка. Без игрушки мы вас не отпустим. Сегодня? О, 1 сентября. А который час, в котором часу? Не написано, да? Назад в СССР написано, Наташ. Во сколько? Вот в этом кафе сегодня будет до утра вечеринка. Мы вас затанцуем до утра. Где ты прочитала? Жаль, у Коли не первый день рождения. Можно было прийти.